Есть у нас в Магнитогорске специалисты своего дела. Есть. В городе загруженном и забитом мы можем сделать то, что работает, и работает и для себя, и для удовольствия. В данном случае и я о песне говорю. Что у нас есть рядом? Арский камень. Не так далеко Грушинский фестиваль. И там, и везде магнитогорские специалисты звучат. Они могут петь и свои песни, и чужие. И делают это изумительно. Ну, объяснять никому не надо, что такое авторская песня. Это песня, которую хочется петь. Петь в кругу семьи, у костра. Петь, когда тебе весело или грустно. Песня на каждый день и на каждое желание. Грустная, веселая. Итак, я очень рада видеть малышей на нашем конкурсе, что является редкостью. Да, Дворец культуры Ленинского района. Есть здесь специалист лучший, и вы даже не представляете, как можно из ребенка сделать чемпиона города. Я ему благодарен, потому что вот этот мальчик, и он получил первое место. А уже потом, и главное, стремясь и совершенствуя, можно также из Магнитогорска сделать победителя Грушинского фестиваля. А это уже уровень мира. Потому что на берега Волги приезжают лучшие специалисты, и не только из России. Там хорошо и прекрасно. Природа и лучшие из рек всего мира. Красавица Волга! Не стихая, мой для этого стоит дом. Одеялом белым дыма по небу, одинокий мальчишка бредет по снегу, довольствуясь вьюгой и светлым льдом. Не лучше места нет, чем свой дом.